пожалуйста, наш волшебный оркестр. Это гордость Карелии. Рускеала всегда был связан с искусством и вдохновением. Мрамор каньона украшает величественные соборы и дворцовые комплексы Петербурга и предместий северной столицы. В годы, когда завершилось строительство самого знаменитого архитектурного сооружения, облицованного мрамором из Рускеала, и когда во всем совершенстве предстал для зрителей Исаакиевский собор, Петербург посетил Джузеппе Верди. Без него опера никогда не была бы такой, какой мы ее знаем. Имя